Приятным бонусом к эргономичному креслу будет его качество, надежность и долговечность. Необходимо сесть как можно ближе к спинкам, максимально глубоко, чтобы спинки поддерживали корпус в течение рабочего дня. Подлокотники регулируются по высоте, поэтому их можно закатить под столешницу, а можно приподнять повыше, чтобы выровнять линию плеча, чтобы у нас плечи не опускались, а имели поддержку. Подголовник работает, когда мы отдыхаем. А когда мы работаем, отдыхает подголовник. Сидите правильно, работайте с удовольствием.